Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Даридий. Мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в такую игрушку, как Восход Выживания. Так, ну что ж. Здравствуй, бродяга, присаживайся, как тебя зовут? Сейчас мы напишем, как меня зовут. Так, хорошо. Так, смертей без потери предметов осталось 5. А, потом я буду терять уже свои предметы. Можно VIP купить. Так, премиум VIP сохраняет вашу экипировку и предметы после смерти. Покупается на 10 смертей. При повторном покупке количество суммируется. Так, можно пополнить счет. За 100 голосов 1000 золота. Нет, сменить позывной за 100 золотых назад. Начать игру, магазин, настройки, экипировка, группировка. Группировка, группировки, объединение сталкеров с целью достижения определенных целей. Цель каждой группировки выбирает сама группировка. Группировка имеет возможность захвата и контролирования территории и зоны. На данный момент вы не состоите в группировке. Принять в группировку вас могут другие игроки во время игры. Вы также можете создать свою группировку. Стоимость создания 1000 золотых. Ладно, нет, пока не будем. Экипировка. Так, какие-то модули тут, оружие. Так, я пока тут не знаю, как это все делается. Магазин. Купить снаряжение. Премиум, счастливый билет. Так, все наборы, наборы какие-то, уникальные, одежда, оружие. Пока ничего не будем делать, пока давайте просто начнем игру, посмотрим. Так, соединение с серверами. Давайте войдем там, где пока поменьше, чтобы осмотреться, ознакомиться с игрой. Так, тут показывается, как я должен ходить. Shift, бег, прыжок, перезарядка. Проверить магазин. Какое-то действие совершить. Использовать аптечку, использовать бинт. Граната. Много всяких действий. Голосовой чат. Тап реплика. Показывать чат. Так, слушайте, ну круто, графика неплохая. Вы находитесь в безопасной зоне, здесь огонь запрещен. Если это оповещение нет, значит в зоне ПВП. А, голосовой чат. Сейчас, я думаю, меня должны слышать. Это круто. Мне нравится, что тут есть голосовой чат. У тебя есть наручные часы, помимо времени на них есть компас и радиометр. Компас поможет в ориентировании, а радиометр укажет, насколько ты облучился радиацией. Чтобы смотреть часы, нажмите «Т». Так, время 3 часа где-то. Отлично. Так, нажмем, давайте еще раз «Т». Так, ты можешь использовать голосовой чат, нажмите на «С». Помимо этого, твой персонаж умеет разговаривать. Чтобы кинуть реплику, нажмите табуляцию, затем нажмите кнопку 1 или 9, чтобы выбрать реплику. Боевые команды. Я ранен, помоги! Круто. Взаимодействие с игроком. Привет. А где взять оружие? Боевые команды. Патроны кончились. Патроны кончились. Так, боевые команды, так. Ну что, пошли? Так, окей. Спросить. Так, аптечка есть. Пожрать есть. Водка есть.
Чувак, водка есть? Круто. Так, можно ответить? Так, кнопка F. Крутой пацан. Так, закрыть. Так, призыв какой-то. Не стреляй! Так он не собирался, наверное. Боевые команды. Что-то я слышал. Стой. Я что-то слышал. Так, прикольно. Так, блин, где мне взять оружие? Ну что, пошли? Пошли, я поведу. Блин, может быть, ты мне дашь какой-нибудь ствол? Так, блин, где мне взять какое-нибудь оружие? Потому что я с кулаками навряд ли с кем-то справлюсь. Так, хорошо, сейчас ты в безопасной зоне. Здесь тебя не могут убить и никто не убьет. Как только ты покинешь эту зону, у тебя в руках появится оружие со стрельбой. Все просто, L стрелять, ПМ прицелиться. Проверка патронов в магазине, чтобы продолжить, нажмите. Прикольно, тут много всяких действий. Блин, блин, блин. О! Так, все, я нашел оружие. Так, окей, пошли. Блин. Зачем он меня убил-то? Твою ж мать. Какого хрена он меня убил? Нельзя никому доверять. Я думал, мы друзья. Он, гад, меня убил. Так, хорошо, у меня есть автомат. Что у меня еще есть, интересно? Так, можно, может крафт быть? Смотрите, какой... Окей, мир. Помоги, друг. Аптека нужна. У меня нет аптеки. Нет. Так, чё, куда пойдем? Я друг, я не собираюсь стрелять. Так, ладно, побежим за ними. Игрушка реально прикольная. Они что-то говорят, нет? Я думаю, надо, нам надо что-нибудь купить. Фу ты, блин. Что-нибудь найти покушать. F. Так, я нашел какую-то воду, видимо. А, нет, это бензин. Это бензин. Так, что у меня есть? У меня, короче, есть бензин. И все. Пока что. О, друзья, нашел спички, короче.
Так, куда пойдем? Вы давно играете в игру эту? Я просто первый раз. Я здесь прикрою. Иди вперед. Окей, хорошо. Гады, не сдамся. Блин, он плохой. Давайте стрелять. Коляна, Коляна. Твою же мать. Коля, она агрится, надо его убить. Убили? Чё, пойду посмотрю, что у него там есть. Так, короче, Егор и крутой пацан, друзья. Блин, я думаю, нам надо еду, что ли, найти. Так, я нашел еще бересту. Так, береста. То есть береста, я так понимаю, для разведения костра пригодится нам. Не, одному реально тут сложно выжить, нужно как-то группировку держаться. А где, кстати, крутой пацан, который был? Так, ну ладно, давайте по домам полутаем. Так. Тут только какой-то ковер пыльный и все. Да, дом вообще пустой. Матрасы одни. Матрасы да ковры. Кстати, а в безопасной зоне можно что-нибудь налутать? Нет, не знаешь? О, нашел дробовик еще. Так, ну не знаю насчет дробовика, но мне кажется, автомат покруче будет. Блин, я не знаю, куда пойдем. На поле боя. Так. Ух ты. Так, я, короче, вижу там бензин. И обоймы еще там есть.
Ух ты, блин, там двое, короче. Двое стоят, не знаю, они хорошие, нет. Видишь, впереди. А, это тот Колян, да? Плохой, давай стреляй в них. А другой крутой пацан, нормальный. Все, завалили, пойдем посмотрим, что у них есть. Так, окей, ну пойдем посмотрим, что там дальше есть по дороге. Короче, если увидишь Коляна, он плохой, он начинает стрелять сразу же. Блин, не знаю, куда я тебя веду, но если мы пойдем по этой дороге, мне кажется, ну куда-то мы должны прийти. Так, Сусанин, блин. Зашибись. Тупик. Да, Сусанин, елки-палки. Эй, зачем ты меня стрелял-то? Так, ладно, никому верить нельзя в этой игре. Рано или поздно тебя могут кто-то в спину стрельнуть, вот как сейчас. Меня только что пытались убить. Нельзя все время обманывать людей. Рано или поздно они тебе выстрелят в спину, я так и знал. Я всегда это ждал. Сколько времени, интересно, сейчас? 17:05 часов. Ну, уже вечер. Так, здоровье мне хреново. Есть бензин. Так, здоровья у меня очень мало. Там еще кто-то. Тебе конец. А, меня убили. Ладно, в общем, такая вот игрушка «Восход выживания». Вот тем, кому понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и будет вам продолжение, будет еще интересней. Вот, а пока что всем удачи, всем до скорого, пока-пока.